spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня у нас в обзоре представлена сумка TackleBag от японской компании Varivas. Это две модели ВАБА 38 и ВАБА 39, основным различием которых является размер. Выпускаются в нескольких цветовых решениях. Такие аксессуары можно использовать как на пеших рыбалках, так и при ловле с лодки, но особенно они популярны у форелятников. Давайте поближе рассмотрим младший вариант. Основой для изготовления является толстый, высококачественный полипропилен. Благодаря ему сумка получилась достаточно легкой, но в то же время прочной. К тому же этот материал устойчив к загрязнениям и легко очищается при помощи влажной губки. Сумка с индексом 38 имеет следующие габариты. Длина 44,5 см, ширина 28 см и высота 30 см. Масса равна 1,9 кг. Размеры второй модификации цифры 39 соответственно 51 на 33 на 32 сантиметра и весит она чуть более 2 килограммов. На днище мы видим 6 рифленых ножек из полупрозрачного пластика. Таким образом, сумку можно ставить на землю или класть на дно лодки. Ну и разумеется, они обеспечивают лучшую устойчивость на мостках платных водоемов. Для переноски предусмотрен плечевой ремень шириной 40 мм, который при необходимости регулируется по длине. А чтобы он не натирал и не съезжал с плеча во время передвижения, предусмотрена резиновая ставка с рифлением на внутренней стороне. По бокам расположены 4 держателя под спиннинги, по 2 с каждой стороны. В данном случае их ширина составляет 4,5 см, а длина 20 см. В верхней части мы видим специальное место под лапку катушки. Теперь удилища не будут крутиться, и вероятность их поломки остается минимальной. В нижней части каждого стакана есть отверстие для стока излишней воды. В верхней части мы видим несколько выемок, куда можно складывать наиболее любимые и часто используемые приманки, когда вы ловите на одном месте. Спереди крышка закрывается на пластиковый замок Fastex и дополнительно фиксируется широкой лентой Velcro. С противоположной стороны крепление осуществляется с помощью двух регулируемых по длине текстильных застежек. Чтобы сумка при использовании не деформировалась, верхний бортик вмонтирован в жесткий рамный каркас из нержавеющей стали. Обратите внимание, что все швы прочно сварены между собой. Благодаря этому основное отделение является полностью герметичным, и в нем можно хранить не только приманки, но и пойманную рыбу. После рыбалки остается только помыть внутреннее пространство. Для большей прочности дно усилено термопластичной резиной. В комплекте идет съемный лоток из полипропилена. Его длина составляет 23 см, ширина 19, а глубина 4 см. Предусмотрен и вкладыш из EVO толщиной 1 см с 8 прорезями для приманок. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.